нормальную мы свадьбу детям устроили, а? Соня, ты что сегодня злая такая? Ты можешь объяснить, что не так? У меня просто послеродовая депрессия. Какая депрессия? Она уже 2 года как родила. Зачем вообще нужна была эта свадьба? Может, это был самый важный день моей жизни? Мы будем полноценной семьей. И ребенка я хочу официально усыновить. В суд пойдешь, тебе его оставят. Сонька с каким-то чуваком в Юрск приехала. Я вообще за то, чтобы ребенка оставили Максу. Ты что, Ксюх, мечтала о двух детях, на, получи. Знаешь, о чем я больше всего жалею? О чем? О том, что я не сделала тогда аборт.